Закатная крепость. Летний дворец безумного короля Джирана. Бастион Карха на границе с запретным западом. Спасибо за урок истории. Знали бы Карха, что скрыто у них под ногами. Мы найдем здесь много ответов. Да уж, надеюсь. Кольцо солнца. Великий обряд Карха. В Меридиане такого нет. Ну, то есть... Не спеши. Глядишь, еще вспомнят. Сейчас мы узнаем, увенчалась ли успехом твоя диверсия. Это как понимать? Я обрушила сеть или нет? Теоретически должна была. Успех. Добро пожаловать в цитадель. Я скоро вернусь к тебе. А ты пока пройдись. Человек, который... Иностранцы, хотите узнать о новых наградах, отправляйтесь в тронный зал. Что я здесь, вы осколков точно не заработаете. Вшивые, ничтожные наемники. Ради осколков я готов даже этого Бахаваса потерпеть. Говорят, как ведь мы ищем кого-то из своих. Это нехорошо. Лазейка, о которой я говорил, у тебя за спиной. Ты издеваешься? Вовсе нет. Насчет соколов не беспокойся. Они сейчас слишком заняты собой, и тебя не заметят. Первый раз в цитадели? Должен полюбоваться на кольцо солнца сверху. Ну а соколы? Ха! Да они сами хотят, чтобы мы это увидели. Незабываемое зрелище. Это безумие. Парапет. Можно спрыгнуть с него. Другая сторона башни. Найди шахту. Так ты тут уже бывал. Разумеется. А теперь слушай внимательно. Я хочу тебя предупредить. Я показал тебе лазейку, но как только проберешься внутрь, пути назад не будет. Прежде чем спускаться вниз, тебе нужно вооружиться и как следует собраться с духом. Ничто не должно отвлекать тебя. Остались незавершенные дела, доделай. Или забудь про них. Нытья я не потерплю. Тебе ясно? Все ты потерпишь, как миленький. Я тебя в попутчики не звала.
Я спускаюсь. Я посвятил жизнь тому, чтобы выведать тайны этого мира. Откуда взялись машины? Почему сгинули предтечи, способные творить такие чудеса? И многие годы, десятилетиями я натыкался на стены, которых не сломать, и двери которых не открыть. Так. Пока с Дикого Востока не явилась охотница. И на тебе, перед ней все тайны мира лежат как на ладони. Полагаю, тебе с этой дверью повезет больше, чем мне. Проводится опознание. Генетический профиль подтвержден. Вход разрешен. Неисправность. Это что, шутка? Я что, смеюсь? Заткнись. Должен быть способ. Эй, я Элизабет Собок. Мне нужен доступ. Запрошен доступ. Корневые командные функции доступны. Желаете продолжить? Желаю. Открывай дверь! Анализ. Основной порт доступа неисправен ввиду механической поломки. Доступна процедура аварийного вентилирования. Желаете продолжить? Да. Включаю аварийное вентилирование. Который раз. Рано обрадовалась. Это привлечет внимание. Теперь нам придется поторопиться. Нам? Вообще-то я тут одна своей шкурой рискую. Как угодно. Только скорее. Нам столько всего нужно узнать, а времени так мало. Добро пожаловать в Новый Рассвет. Новый Рассвет. Мы его нашли. Что тебя так удивляет? Система диагностики обнаружила многочисленные ошибки. Попытка восстановления. Так, что это за комната? Думаю, это преддверие. Осмотрись. Запас карман не тянет. Присядьте и подождите, пока вас вызовут. Доступны прохладительные напитки и закуски. Комната поменьше. Проследуйте в зал номер 1 и просмотрите важное сообщение касательно цели вашего визита. Что? Что это было такое? Голографический театр. Файл NR01 не поврежден. Воспроизведение. Это проект «Новый рассвет». Я генерал Херрис. Председатель Объединенного комитета начальников штабов США. Вы все слышали, что Новый Рассвет — это такое секретное супероружие. Технологическое чудо, которое спасет нас от чумы Фаро, если операция «Свобода» поможет сдержать наступление роботов. Я знаю, вы это слышали, потому что я сам
пустил этот слух. И все это ложь. Новый рассвет вовсе не проект супероружия. И он нас не спасет. Ничто не спасет нас. Вот почему. Когда мы узнали о сбое, было уже поздно. Чему Фаро не остановить? Никак. Роботы будут размножаться и поглощать биосферу. Жизнь на Земле будет уничтожена. Наша планета превратится в бесплодный шар. Глобальное вымирание уже неизбежно. Сколько бы мы ни убили, роботы размножаются в геометрической прогрессии. Будь у нас коды деактивации, мы бы их всех отключили. Весь рой. Но они используют многофазные запутанные колебательные сигналы. На то, чтобы взломать такой код, уйдет полвека. У нас всего 16 месяцев. Так что этот вариант не подойдет. Уничтожение биосферы не тот случай, когда можно отсидеться в бункере или на орбитальной станции. Земля, какой мы ее знали, исчезнет. Останется токсичная каменная глыба, населенная роботами Фаро, спящими в ожидании еды. Вот правда, что кроется за ложью об операции «Свобода». Моей ложью. Ложью, призванной побудить миллионы невинных людей пожертвовать собой в бою. Зачем? Цель одна. Выиграть время для вас и для вашей работы здесь. День, когда все живое на Земле вымрет, уже близок. Он неизбежен. Суть нового рассвета в том, чтобы мир мог возродиться. Но право пролить этот луч света во тьму я предоставлю Элизабет Собек. У меня все. Как так может быть? Ведь жизнь на Земле не исчезла. Он сказал, что это неизбежно. Но ведь избежали. Как-то же Элизабет нас спасла. Нужно еще поискать. Нужно выяснить, как она сумела. Соколы. Они пробрались сюда, по шахтам. Ты должна узнать правду, несмотря ни на что. Рассредоточиться! Убивать все, что движется! Что это такое? Гробница? Хотели бы это обсудить? Значит, мамка-то была права. Что? Мамка моя к Библии относилась очень серьезно. Даже по меркам Техасского пузыря. А любимая глава у нее была «Книга Откровения». Я ее вообще-то не всегда понимал. Она вечно всякую пургу несла, так что и не разберешь. Но когда изъяснялась по-человечески, то постоянно вещала про конец света, про озеро Огненного там чего-то, куда отправятся грешники. Кстати говоря, можно я закурю? Сигарету с табаком? Извини, дорогуша, вот такой остромодный.
Ребята у вас молодцы, выследили все-таки. А ведь полтора года в розыске был. Стерлинг Малкет — это моя работа, признаю. Много было желающих меня прищучить. Но я всегда был на шаг впереди. Как вы на меня вышли? Доктор Собек включил вас в список Альфа. Приоритетная цель. Всегда подозревал, что она ко мне неровно дышит. Слушай, а у вас тут... может, и кофе настоящий есть? Ну, знаешь, кровавый кофе, капучино из зоны конфликта. Мистер Тейн, я даю вам разрешение идти дальше. Так что шли бы вы. Значит, прежде вы работали в автоматизированных системах Фаро. Разрабатывал алгоритмы самовоспроизведения. Я думал, вы будете меня следить. Когда за мной пришли, я подумал, давно пора. Меня гложет чувство вины с того самого дня, как... Прервемся на минуту. Нет, я просто... Правда, надеялся, что новый рассвет все исправит. То, что я и творил. То, чем я гордился. Уж простите, в моих словах у Тэри все звучало так убедительно, и в лаборатории этот процесс сотворения... Вот первый пробный пуск. Вижу враг! Хорошо. Отстраиваться по памяти. Примитивным дикарям нас не остановить. Точки с данными. Безгранично. Что в них? С нами ученый-эколог Сюзанна Альберт. Доктор? Простите, я отвлеклась. Доктор? Ничего. О чем вы задумались, доктор? Не о том, что сказал генерал, нет. В 2051-м, когда второе землетрясение повредило реактор на Сизиге и Восточной, я была в оперативной группе. До сих пор это снится, хотя столько лет прошло. Как по дисплею расползалась красная зона, медленно, словно раскрывающаяся ладонь. За ваш вклад в ликвидацию той аварии вас и пригласили в проект. В самом деле, странно. Ведь у нас ничего не вышло. Там больше ничего не растет. Это был катастрофический провал. Но красная зона пустяк по сравнению с глобальным сокращением биомассы. Биосфера и гидросфера разрушатся. Земля станет необитаемой, и это произойдет еще до того, как роботы нас прикончат. Операция «Свобода» тут нам уже ничем не поможет. Так что давайте рассказывайте, что такое новый рассвет. Почему нам пришлось доставить вас сюда в такой спешке, мисс Акило? Капитан Акило, хотите похвалить меня, что я не сопротивлялась? Разрешить эту ситуацию дипломатическим путем не представлялось возможным. Когда кто-то вспоминал про наши залежи лития, вместо дипломатов к нам всегда присылали Рой. Metallurgic International, армия США. Менялась маркировка, но роботы были одни и те же. У вас большой опыт по части вооруженных конфликтов с участием роботов. Да, поэтому теперь я щеголяю протезами. Но все равно, как бы трудно ни было, я продолжала бороться с этим кошмаром. Кибервойна. Я думала, новый рассвет — это что-то вроде проекта Манхэттен, генератор кодов деактивации. Я задействовала все ресурсы, но пришла к выводу, что взломать коды невозможно. Я надеялась, кто-нибудь докажет мне, что я не права. К несчастью, ваш прогноз соответствует истине. Как и сказал ваш генерал Херес. Ну что ж, для чего-то же вы меня сюда привезли. Что же нам остается? Да все и так понятно. Вы строите космический корабль. Ну очевидно же. И ничего у вас не выйдет. Я гарантирую. Помните Одиссею? Международную косморухлядь, которая с 57-го кружит по орбите. Годы работы и провал. А у вас в запасе какие-то месяцы. Вы хоть представляете себе объемы задачи?
за такой срок успеть подготовить корабль. Я сама не участвую в работе над проектом. Вы понимаете, как мало народу он может спасти? Вся эта концепция корабля-ковчега. Да ничего не выйдет. Лучше бы вы сразу взялись за эмбрионику. Тут нужны огромные двигатели, огромный запас энергии и прорва ресурсов. Так что даже если вы его построите, даже если выведете в космос и отправите к Сириусу-10, для людей места на борту не останется! Пожалуйста, успокойтесь. Да вы просто психи, если вы надеетесь отсюда улететь. Никто никуда не улетит. Санитары! Файл NR02 не поврежден. Воспроизведение. Элизабет Собак. Вы все слышали. И это правда. Чума Фара пожирает биосферу. Жизнь на Земле скоро исчезнет. Но все же это не конец. Мы можем сами создать надежду. Своими руками сделать зерно, из которого на мертвой планете снова появится жизнь. Это надежда. Цель проекта «Новый рассвет» — создать разумную автономную систему терраформирования и снова вернуть жизнь из небытия. Что нужно такой системе? В основе — искусственный интеллект, способный принимать триллионы решений, необходимых для реконструирования биосферы. Бессмертный страж, призванный возродить жизнь на Земле. Ее имя — Гея. Мать природа в форме машины. Но это лишь ядро системы. Она должна быть окружена и защищена всеобъемлющим набором придаточных функций. Считайте их продолжениями ее сознания для выполнения конкретных задач. И хоть это и не искусственный интеллект, но каждый из них представляет собой инженерную задачу, более сложную, чем все, что человечество создавало прежде. Технические средства, которые смогут сберечь и взрастить миллиарды семян и эмбрионов. Подземные комплексы, где все это должно храниться. И это только начало. Нам не нужно строить все самим. Автономная система терраформирования сможет строить себя сама. В ближайшее время вы поймете, как все эти элементы и функции сложатся воедино. Поймете, как быстро будет нужно собрать материал, написать код, создать и разместить оборудование. А потом запечатать комплексы, прежде чем настанет конец. Но что еще важнее, вы поймете, что мир выживет. Гея напишет коды деактивации, о которых говорил генерал Хэрис. Построит трансляторы для передачи сигнала и отключит роботов Фара навсегда. Гея не просто построит роботов, но и разработает их под те задачи, которые могут встать перед ней в будущем. Будь то очистка зараженной атмосферы и отравленных морей, озеленение Земли семенами из криохранилищ, заселение планеты организмами, и когда все будет готово, в колыбелях, раскиданных по всему миру, родится новое поколение людей. Они получат Аполлон, огромную базу данных о всех достижениях человечества, откуда они все узнают. О нас. И самое главное, как не повторить наших ошибок? Это не пустая мечта. Ее можно воплотить, работая без устали, не останавливаясь ни перед чем. Мы не спасем мир от гибели. Но вместе с вами и с Геей мы создадим надежду. Давайте создадим надежду на будущее. Земля погибла, но потом ее воссоздали? Да. Машина. Машина созидающая. Это сделала Элизабет. Ради жизни, ради нас. Но тогда зачем
Аид, если он был частью Геи, как он оказался внутри робота Фаро? И почему он хочет меня убить? А Аполлон, архив знаний, что с ним стало? Я, как и ты, в замешательстве. Возможно, ответ нас ждет впереди. Конечно, согласен. У меня будет шанс возместить то, что я... Тот урон, который... Мне кажется, я недостоин, но я согласен, без вопросов. Тот факт, что вы к этому причастны, для нас не важен. А для меня важен. Доктор Собак, Марго, у них хватило ума вовремя уволиться, но никто из нас не придал этому значения. Мы решили, что они просто не созданы для ПБВИ, а это более быстрое внедрение инноваций. Когда хочешь всех обогнать, сделать лучше, сделать идеальную машину для убийств. Поразительно. Полтора столетия фантасты стращали нас сценариями конца света, а мы так и не вняли их словам. Я оборвал свою жизнь. То есть, я готов работать, готов вкалывать, чтобы обеспечить своей семье место в Элизии. Я даже не думал, что у меня будет шанс на искупление. Если вас еще тошнит... Нет, ингибиторы подействовали. Я уже языка не чувствую. Я бы рада была в это поверить, но ущерб слишком велик, слишком обширен. Он непоправим. При всем уважении к трудам доктора Собек, нет. Нет, жизнь не всегда пробивается вновь. Иногда она уходит навсегда. Как на Сизиге Восточной, как в Конго, как в Тиморе, как сейчас. Это наша награда? Подземный город с безнадежными больными, ожидающими своей смерти? Вы сможете дожить до старости вместе с вашими близкими в безопасности. Нет у меня близких, хотя, наверное, можно завести семью. Боюсь, нет. Все население Элизия будет стерилизовано. Обеспечить условия жизни для 2000 человек на протяжении 100 лет – сложная задача, доктор Альберт. Если население будет расти, меньше чем через 30 лет никого не останется. Я знала. Просто не могла заставить себя это сказать. Что, простите? Покончим с этим. Эвтаназия. Я не хочу в этом участвовать. Я хочу, чтобы все кончилось. Понятно. Согласно протоколу, вам необходимо подождать 48 часов, после чего... Внимание! Медицинский отсек недоступен. Ладно, я вам скажу. Я удивлен. Нет, ошарашен. Как мой отец выражался, ошарашен. У него еще так вена пульсировала на лбу. Я думал, вы абсолютно не подготовлены к проекту космического перелета. Но оказалось, все еще хуже. Намного хуже. Тобок просто фантазерка. Опасная фантазерка.
додуматься до того, это... Ох, это мы. Мне жаль, что все это было пустой тратой времени. Я готов вернуться домой. Боюсь, это невозможно. Да все, о чем вы тут говорите, невозможно! В этих документах изложены варианты. Все, мне хватит. Я ухожу. Что вы? Что вам вообще? Уберите руки! Лазутчица! Взять ее! Кто? Я? Вот только не вздумай сейчас погибнуть. Я обсудил с ними задачи Артемида. Дал им понять, что строить планетарный зоопарк я не хочу. За последние пару тысяч лет мы показали себя не самыми заботливыми смотрителями. Так что идея восстановленной биосферы... Ну, она пугает, если честно. Действовать методом тыка на глазок — это же просто жуть. Мы не имеем права. Но альтернатива — пустота. Было столько всего, а не останется... ничего. Плюс руководит этой операцией Чарльз Ронсон. Я его уважаю. Он человек пылкий, работает с душой. Так что я согласился. Это будет мой последний проект. А как закончим, пусть сделают мне инъекцию. Психолог сказал, я еще могу передумать. А я ему сказал, он просто плохо меня знает. Ради спасения природы я согласен потрудиться. Но эта их жалкая пародия на существование мне не нужна. Я не хочу жить в четырех стенах. Никогда мне не нравилось светодиодное освещение. Ну, и к тому же я немножко клаустрофоб. Новый рассвет. В каком-то роде произведение искусства величайшего масштаба. Но все так несправедливо. Почему выбрали меня? Кто выбирал? Коллеги? Или алгоритм? Моя семья будет спасена только потому, что я отучилась на искусствоведа? Разве это правильно? Доктор Сюэй! Кристина Сюэй! Да. Я встретила человека, он тоже искусствовед. Его специализация Баухаус и новые материалисты. Но он был на одном из моих докладов. Еще одна прихоть случая. Даже не верится в такое совпадение. А сколько людей было в той аудитории. И все же я готова смириться с судьбой. Да, это несправедливо, конечно. Но ради моей семьи. Ради искусства. Искусство должно жить. Оно должно звучать из глубин истории и отдаваться эхом в будущем. Нельзя допустить, чтобы оно кануло в лету. Такой шанс. Я должна им воспользоваться. Вот на теме ФБРовскими горе-хакерами из «Пересмешника» я с удовольствием постебался. Хотя с той девчонкой немножко перегнул. Она симпатичная была, ну и в конце концов, это же просто ее работа. Она просто не понимает, насколько нелепо звучит этот план. Доверить роль Господа Бога пацану с редактором голограмм. Ну серьезно, ведь так оно и выглядит. «Смотри, мам, я делаю природу». Если природа так важна, тогда не трогайте ее руками. Вымирание – естественный процесс. А новый рассвет уж точно нет.
Да он настолько неестественный, что нормальные люди его бы назвали кощунством. Потому-то вы и скрываетесь. А тем временем симпатяшка-психолог сидит и кусает щеку. Плохая привычка. Ноготь обгрызла, причем один. Не твой сегодня день, принцесса. Она не укладывается в квоту. Сказала, так вы намерены отказаться, мистер Тейт? Вы смеетесь? 18 месяцев тяжкого труда в обмен на 30 лет безмятежной жизни с порнушкой? Да не вопрос. Нет питания. Есть другой маршрут? Я так уже делала. Тут нужен визор. Ну что, еще один. Надо подобрать... Одной детали нет. Может, тут есть кладовая? Теперь дверь должна открыться. Нашла. Вроде без повреждений. Должно сработать. А теперь откроем дверь. Не оттуда растут. Я удивляюсь, как он умудрился вставить эмиттер задом наперед. Теперь все перепуталось. Мне не платят за то, чтобы я за ним косяки исправляла. Пусть теперь сам идет на склад за новым эмиттером, раз такой умный. Получилось. Дверь должна открыться. Давай посмотрим, что за ней. Затмение. Они здесь. Обойди их. Закрепили! Гея, она там, на втором этаже. Доберешься? Будет непросто их обойти. По крайней мере, пока. Тогда не стой на месте. Найди Гею.